получилось так, что вы спортивную жизнь закончили, а дальше все-таки это корночек спорта пришли? Ну, так сложилось, черт, я не знаю. Я ушел у Кокушкина, достиг там замначальника управления, практически уже трест сделал. В этот момент мне один из друзей спорткомитетовских, это Бабаков, друг Бабаков, кстати, Калмыч сходит на баскетбол. Он один из крестников моих, кто вернул меня в баскетбол. Ну и предложили. В этот момент как раз я как-то вот был в таком состоянии. Ну и я не думал, что так это быстро. Они раз сколько с этим переговорили с Автодором, с Саматеевым. Состоялась беседа 40 минут. Перед этим, кто там работал, тренер. Арзямов, кстати, до сих пор у меня. Он говорит, нет, не я тут вот так проще, никто. 40 минут поговорили, он говорит, иди принимай. Мне уже деваться некуда было. Хотя у меня перспективы развития, я считаю, и тогда я бизнесом занимался. Была система, по которой можно работать, было так же, как сейчас. Пошло и получилось. Пригласил друга, с которым сборная России на сборах, с Бликом. Тот такой работал, играл по одной системе подготовки, а потом, когда осознал, стали в основном работать на быстроту. Вот NBA только лет 5 начали это делать. А мы тогда, это ой, советские времена, начали. Вот за тот период я и сделал такой, 4 лиги прошел. И спартакиаду молодежи выиграл. Достиг еще в Советском Союзе, высший эшелон поднялся. Для Саратова это было в советские времена. Близко никто рядом не стоял. Спорте. Слушайте, ну как же получается, что у вас голова от побед не закружилась? А мне некогда было. Мне надо было еще, получалось так, что я сохранил ту работу. Я и это, я успевал и там руководить. Да, я сохранил, и как раз с перестройкой все это перешло, развалилось то финансирование, я в 90-х начал команду содержать за свой счет. Да, пока мне стало правительство давать денег, это столько денег своих угробил. Слушай, ну как же так все успевать-то? Да, я сейчас вспоминаю, не знаю. Я вот в 6 там вставал, выезжал и возвращался. Ну, бывало так, нормально. А так в 1, 2, 3. Тогда не знал, что такое усталость. Вот 62 по 66 там было серьезно. Нет. Потом как-то вот стабилизировался. С крепких напитков перешел на красное вино. Друг вот мой, с которым мы тогда водку пили, а потом познакомились с хорошими напитками. Виски очень любили. И сейчас, в общем-то, тоже нравится. Ну, как бы так, это сингл малт, такие макалан, хорошие. И я узнал, что такое в очередь по 10 лет стоят к людям, в Шотландии был, там он выпускает всего 1000 бутылок. И она по 10 тысяч долларов стоит, эта бутылка. Вот такие виски выпускаются. Это нужно... Тоже хотелось попробовать. Ну, вы прям вот если какую-то сферу выбираете, вы вот пока самой вершины не достигнете, мне кажется, как-то не успокаивает. Ну, общаешься с такими людьми, с которыми интересно. Видимо, им интересно со мной. Интересно что-то они в чем. И что-то получать. Ну, я, например, с большой жадностью слушаю умных людей. Тот же вот Володин. Ну, я, можно сказать, гениальный человек просто от комсорга Института механизации достиг таких вершин. Это же что-то дано природой же. Это никуда не денешь, как бы ты его любил, не любил. Уважать за его достижения-то надо. А всего-навсего так, если по большому счету, он дает свои распоряжения, и он отслеживает их. Почему у нашего президента, ну, это страна огромная, дает и на уровне среднего звена, и ниже чиновники многие вещи блокируют. Володин этого не допускает, он до самого низу контролирует. Это тоже пришлось мне понять и поизучать, поговорить с людьми. Почему так у одних люди
получает тоже образование, не менее харизматичный, но у этих получается, у этих нет. А без этого никак. Почему у нас везде воровство идет? Это же просто бы отладить механизм, нам никакой помощи не надо. Страна будет процветать лишнего. Ну, у меня, может быть, природная трусость или сообразительность. Лучше не надо, когда ты ешь булку с маслом, и еще на икру хватает. Зачем еще три бутерброда делать таких? Подавиться же можно. Вот у меня всю жизнь, как бы, я как бы, ну, побаивался, в общем, влезать в всякие мульки, так будем говорить. А люди думают, да, пройдет, вот пройдет. Сколько сидят сейчас людей, серьезных, солидных? Ну, я временами жесткий. А с другой стороны, могу это, но, как говорят, если человек понял это, могу и сопровождать, и помогать. А жесткость сразу пришла? Или... Нет, жизнь научила. Много кого вырастил в советские еще времена, так называемых руководителей среднего звена, предавали. Ну, не так, чтобы, ну, в общем-то, потом, по истечении времени, вот есть пару друзей сейчас, все, ну, когда заедешь в гости, там, не люблю этого. Вот предательство – это страшное дело. Такого не было, что в чем-то меня подставили, но когда начинает доходит, тут большая деревня же. Так получилось, что как бы раз на такой уровень попадаешь, надо его поддерживать во всех отношениях. Умение, а главное умение с большими, умение слушать. Это главное, да. Не надо показывать свой ум, если ты определил, что этот чиновник более высокого уровня, и что ты определил, что он не очень, нужно слушать его. Научиться слушать, ну что теперь? Он поставил, и он решает судьбы многих вопросов, которые другой не решит, правильно? Начнешь с ним что-то доказывать, речь, ну и что, получишь только в кармане это. А вы сразу понимали свой уровень, на который вам нужно выйти? А, нет, это будет хвальба, как говорится. Нет. Это так, с течением времени получилось. Step on step, как говорится, идешь, двигаешься. А потом, как бы, вот, может, я также так считаю, что мать меня ведет, там, предохраняет иногда от каких-то неверных шагов. Потом познакомился с людьми, которые совсем уже тогда близкие, будем говорить, ну, в круг путинских друзей, как бы, попал не к Путину, а вот в круг его близких. Это многое дало для имиджа, для, ну, для всего дальнейшего моего роста. Хотя я попытка была вообще туда, в эту среду попасть, то ли в роли бизнесмена, в роли этого, ну, не сложилось. Не сложилось. Я в то время уже как бы в нефтяной бизнес попал, и как бы так вот не сложилось. Ну, дружба как бы у меня до сих пор сохранена, что я в любой момент, если нужно мне лично или моим детям, я приду на самый высокий уровень, могу прийти. В это сохранилось. С кем надо, вот с этими тоже уметь говорить. А где-то с чиновниками надо, вот я уже говорил, надо уметь слушать. И с ними надо крепко уметь выпить. Большинство в то время было, в советские особенно времена, в 90-х, уметь выпить. И если ты сказал что-то, утром будь добр, выполни. Как бы что бы ты, вот это не любят. Особенно в советские времена, ой, на это дело проверяли как. Ты если по пьянке что-то начал, там, говорить, что ты что-то великий, что-то можешь, попробуй не выполнить, все забудут. На 90-х то же самое. Как это на жаргоне людей 90-х, за базар надо отвечать. Это было, оно и сейчас есть. Умей держать слово. Также
Это же не моя идея вот на этот уровень, это губернатор идея. Он говорит, сможешь? Я говорю, ну вот бюджет у них таких, вот такие деньги, давай. Я с 10-го первый год на третий, а следующий год в одну калитку Суперлигу выиграл. Вот эта команда первого сезона, вот он, вытащили из ниоткуда этого маленького, у которого рост 180 нет. Что он тут творил, тут народ с ума сходил. Все так говорят, неужели? А вас боятся? Я думаю, ну, наверное, отчасти есть, даже я чувствую, что не каждый может подойти, есть что-то. А вы это специально такой имидж создаете? Да или... нет, как все время держать себя в напряжении, создавать имидж, это же невозможно. Ну, перенапрячься уж давно там быть. Нет, просто у меня отец такой, видимо, мать у меня вот душа. А отец, видимо, такой, он говорит мало чего, а вот писал очень. Был, видимо, слог у него такой хороший. Ну, письмо написали тогда, 20 тысяч на заводе. Отец стоял первый на очереди лет 15 на квартиру. Каждый год давали в цеху две квартиры. А он, как там, народный депутат, там что-то все время, ну ладно. А я вырос на палате. У нас 16 метров на четверых. Поэтому меня так пригласили, я быстрее. Потом брата забрал, а потом и отца с матерью перевез сюда. Вам какой-то уровень доходов был важен? Ну, конечно, чтобы дети, адыты. В этом плане на это никогда не жалел денег. Безопасность всегда она была. Я вот и жене, допустим, она вообще не проблем не. Она живет сейчас, ей вот так хватает на проценты. Она вот давно успокоилась. Вот, ну, раньше как только я вроде бы, потом что-то, думаю, а что это? Вот у нее психика совсем уже давно спокойная. Ну, она тоже побаивалась, я с этим баскетболом, и были всегда рисковые моменты, без них не бывает достижений. Отчасти, что в спорте риски есть, что в бизнесе есть, всегда риски есть, они всегда присутствуют. И она так побаивалась, что я в этом плане рисковый. А без риска достижений-то не бывает. А сейчас вот как бы поделил, отдал ей, и она сейчас... Ну, это твои, это делай, что хочешь. А какие самые рисковые ситуации можете вспомнить? Нефтяные. Я же вот выиграл тендер государственный на территории Самарской области, а тогда Ходорковской же регионами получили. Ну, эти, вот эти, берите сколько хотите. Весь регион Самарской получил Ходорковский. Все, то есть месторождение, Самара Нефтегаз у него оказался. И отдельные куски государственные разыгрывали тендер. Мы вот один кусок хорошенький выиграли. Сумели обыграть их на тендере. И, но документы все у него. Это вроде наше, мы не можем без документов дальше разработки. И он не может, потому что мы выиграли. 2 года судились. В итоге 2 миллиона долларов пришлось отдать. Но это хорошо, что я и живой остался, потому что за это время там отстрелили нормальные люди. Ой, нефтяной бизнес – это страшное дело. Вы его специально выбрали по степени опасности? Нет, случайно. Мне досталось от Автодора. Кусок дорожного предприятия, у меня есть дорожное предприятие, сейчас оно. И там были 2 скважины. А на аукционах можно было участвовать в то время только нефтепроизводителям. Будем говорить, кто уже. А наши, там, Саратов нефтегаз, там эти богатые, они только участвовали в лакомых таких этих. А все мелочь отдавали. А оказалось, что таких, как я, в общем-то, и нету. Я тоже имел право выступать. Ну и вот там выиграли. Полезли даже на другие территории. И вот это так получилось. Вот это был шикарный. Но в итоге вот эти пошли, что как бы нефть стоила 1000 рублей, а он торговал через схемы за 200 отдавал туда, и мы вынуждены, нас также. Я понял, что мальчиком для битья я окажусь. В тот момент сворозил чутье, не то, что я умный, а как-то чутье, мы продали. Продали фирме СОК, знаменитый Самара, кто всю Тольятти прибрал к рукам, Юра Качева. То есть благополучно вышел.
Вам какие-то, какое-то мышление игровое вообще в бизнесе насколько помогало? В баскетбол, да, это нужно в какие-то моменты довольно принимать решения какие-то быстро, естественно. Ну, во-первых, это здоровье. Нужно, все решалось в ресторане, в бане. Нужно уметь выпить, еще утром идти работать, решать. Это вот спорт дал. Ну и той среда, где я там вырос, где эти крутые эти всякие законники. Я это слышал, видел. То есть иногда надо, что бы ни было, надо суметь дать ответ. Когда я уже прошел, это спорт, все, это, я научился это делать. Ну, смог это сделать. А помните, вы говорили о том, что в баскетболе у игрока есть очень много комбинаций, которые он может проиграть, да? Вот вы так комбинации. Всегда... Есть ситуации, варианты. Когда нужно из десятка вариантов, как минимум, действовать. Нужно принять одно правильное. Это самое интеллектуальное, это не я, это американцы. Самая высокая интеллектуальная игра, это же баскетбол. В бизнесе так же? Моментами надо очень быстро принять решение. Да, нет. Или определить в группе людей, с кем это, определить, с кем надо будет обязательно поговорить. Как-то успеть перехватить. В компании оказывается случайный, но ты должен просчитать и определить, что с тебе, тебе говорят, вот он тот-то, тот-то. Считаешь, крутишь, нужно обязательно переброситься. Это тоже нужно определить еще... Правильно суметь, как бы, завести светский разговор, ни о чем. И уже потом получился он изначально, ну, может быть, какую-то проблемку обговорить тоже. Нужно это сказать или не нужно. То есть это по ходу ситуации нужно принимать решение. Это называется курс обучения бизнесу. Как говорят, с вашей шоколадкой. Может быть, бросьте это все и в бизнес уйдете. Ну, это этап у всех такой был, во всех странах. Просто так демократия. И сейчас-то вот что случилось в США. Это же какая-то, это все демократия, вот у них все, все так правильно. Вот и, пожалуйста, нахвалились. Предпринимательство для вас, что это за сфера такая, что за деятельность такая, и какими качествами самое главное вот нам надо обладать для того, чтобы предпринимателем быть? Ну, инициативный должен быть. Это каждому человеку этот, вот эта вот свобода сейчас, типа, не типа, вот эта демократия, свобода, она дает любому на самом деле возможность. Уметь только как бы сообразить, словировать не уловки, а словировать между чиновниками и здесь как бы суметь и там доказать, что ты готов, ты можешь это. И довольно как бы на первый взгляд не обратишь там внимания на человека, который достигает этого сплошь и рядом. Тут, если в 89-м я там возглавлял этот союз кооператоров, где-то 187 членов было. И были многих в лицо, а вот с тех пор остался Росличенко и я, который, вот, может быть, кто-то и что-то был. Все вот то, что сейчас предприниматели новые достигли более других высот. Сейчас очень много выросло с помощью чиновников. Дети, близкие люди или чиновников. С работы, с каким-то капиталом. Легче всего, как бы, казалось бы, ну и отвечать приходится серьезно людям. Многие сидят бюджетные деньги воровать. Особенно в незащищенной среды людей. Сейчас вам оглянуться назад, да? Вы бы каким-то образом поменяли что-то? Или, может быть, выбрали бы другую карьеру, другой путь, ушли бы больше предпринимать в политику? Нет, у меня прошла бурная, интересная жизнь. Спорт, вот отрезок, когда я поднимался, как бы так даже... Тот отрезок, я именно там и поднялся, когда уже совсем занялся благосостоянием семьи, так назову, в советские времена. Я искал пути,
И я находил эти пути, что в рамках того законодательства можно быть, работать так, как сейчас работать. Я в то время себя так сейчас анализирую. Я в то время мое, я тоже был бизнесмен. Вот. И кто ищет, тот найдет. Кто хочет, тот достигнет. Вот эта фраза 100% ко мне подходит. Так бывает, это же, в общем-то, все равно какой-то период кто-то кому-то доказывает, кто-то окружающей среде, что я вот того-то стою. А сейчас мне что уже доказывать, мне просто интересно, как из этих пацанов я делаю этих звезд. Мне это очень интересно, мне уже никому доказывать не надо ничего. Я тут территорию, много тут сидею, баскетбол своих общежитий полностью содержу. Мне это нравится. Здесь вот никакой меркантильности, никаких денег. Это жена все, ну ты когда, когда? Здоровье-то не вечное. Да, временами тяжело. Вот эти такие игры даются. Мне казалось бы, надо уже привыкнуть и спокойнее к этому. Ну, такое уж, как это. Иногда уже сейчас настроен не ходить на некоторые игры. Слишком переживаете? Да, да, я вот иногда по телевизору нашу на выезде я не выключаю и только результат смотрю. Проиграли, выиграли, ну, уже другой вопрос. А по ходу игры вот знаешь, понимаешь, вот ошибся, вот это надо бы так, вот это тренер. И начинаешь заводиться. Заводной я, да, да. Вы с таким непроницаемым лицом просто сидите во время игры, что очень сложно вам поверить, что вы на самом деле при этом переживаете. У вас только вот глаза немножко а играют. А вы немножко вот возьмите у окружающих, может, поймете. Евгений Колесников, номер 24, команда автономия. Николай Шибаков. Все говорят, это третий у него, говорит. Но она следит, она вот уже и с советских времен начала заниматься. Она отработала там и говорит, я хочу жить для себя. Ну, вот живет для себя. Пропускает это, тренировки в клубе, для нее это трагедия. Но следит за собой просто-напросто, с питанием, все. В этом плане хочет быть женщиной. Ну, я думаю, что такой пример рядом жены стимулирует и вас. Ну, в общем-то, да, скорее всего. Она отчасти, может быть, иногда забываешься, но так. Ее мать живая, вот сейчас 90 лет будем это отмечать. Точно генетика. Генетика, да. Я все время хотел своей жене доказать, что я, да, достоин ее. Я этого не стесняюсь никогда. То есть это все для жены, на самом деле? 100%. 100%. Вы романтик? Не знаю. Я говорю, отпечаток, как мои родители жили. У меня здесь вот, пожалуйста, у меня здесь вот в телефоне ее позывной мамуля, жены. Я на остальных всех, как бы там кто мне что-нибудь сказал, но про меня этого не скажешь, когда я могу на ровном месте человека вот так вот сравнить. Мне не скажешь, поэтому как-то так. Ну, у меня и жена с понятием, она никогда не придет сюда, не предупредив. Нет, ее все обожают, все любят, она до безумия вежливый человек.
И как мужик, я считаю мужик, что я сам для себя, самоутверждение себя, ну, всегда должен ради кого-то. Дети, двое пацанов, хотел, чтобы что-то, и они сытые были, учились, все-все. Вот что тебя ждет. Нет, я не говорю, что это надо у них. Тут иногда бывает, они заходят из секретаря, с утра спрашивают, в каком он настроении, стоит заходить. Бывает такое, да, да. А как по-другому? Все люди разные. Не я же должен подход к каждому искать, так ведь? Если мне нужен человек, я даю какую-то относительную свободу. Иногда вот там она звонит, это нажимает, говорит, вот этот. Я говорю, придет завтра, сегодня не хочу. Такое бывает. Ну, не часто, особенно все говорят, дела может не принять, по баскетбольному примите любого. Ну, а часто советуетесь с супругой? Да нет. Ну, ее слово весомое, так будем говорить, в любом вопросе. Но все равно принимают. Сейчас у меня вот правнук в субботу собирается приехать. А внуки уже взрослые, внучка в университете учится. А правнук откуда приезжает? Старшую. Зачем здесь же? Старший сын, у старшего сына дочь, ей 26. Угу. Вот, мне, уже внук. У моего сына мой, внук. Не скажете, у него внук. У него вид, никто не верит. Мне-то уже можно поверить, что я прадедушка седой. Ну, про правнук. Я сам-то так, мы с женой, ну, мы уже там, раз только правнуку достигли, что правнук, мы вот туда попали. Неважно, каких, сколько грехов у нас. Я достиг чего-то вот в виде деловуха, как бы называют, бизнес. А братья все, вот, я брата люблю слушать, он на гитаре там, все вот так слушают. Я его тоже перетащил сюда. А двоюродные там, в Казани? Вот двоюродного брата еще тоже сюда. Родной тоже здесь. А сестра народная, артистка? Двоюродная. Она уж не это, ушла. А. С сестрой были, в войну умерли. Поэтому мы с братом позже, да. У меня как бы возрастные родители, так будем говорить.